Не стала Марият Инусовной Черкесовой полного кавалера Ордена Трудовой Славы. Она прославила своей потрясающей трудоспособностью и эффективностью работы не только свой родной Хабесский район, но и всю Карачаево-Черкесию. Слова соболезнования родным и близким выразило руководство республики, жители и те, кто знал и трудился с ней многие годы. Репортаж Заремы Кардановой. Мужественная, стойкая Марият Инусовна и ее честный путь – ярчайший пример любви к родине, труду и земле. Это цитата из высказывания главы республики Рашида Тимирезова на своей странице в Инстаграм. Свои соболезнования выразили и другие представители власти, приехавшие проводить в последний путь Марият Черкесову. Разрешите мне от имени руководства республики сегодня выразить слова искренней, глубокой соболезнования в связи с кончиной Марият Инусовны. Действительно, она всю свою жизнь работала в поле. В яркий солнечный день Хабес прощался со своей именитой труженицей. В такой же теплый майский день родилась Марият Инусовна в Хабезе. Свою трудовую деятельность начала на полях родного аула. Вскоре о знатной звеньевой картофелеводческой бригады заговорила вся область. Черкесова прославилась высокими показателями. 140-150 центнеров картофеля с гектара стали нормой для ее звена. Указом Верховного Совета СССР от 1976 года Марият Черкесова была награждена Орденом Трудовой Славы третьей степени, а в 1984 году получила следующий орден второй степени. За свое отношение к труду через два года Марият Инусовна получила и третий орден первой степени и стала полным кавалером Ордена Трудовой Славы. Наград и побед в труде у Марият Инусовны было множество, среди них орден «Знак почета», медаль «За трудовую доблесть» и другие. Она была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва с 71 по 75 год. Эти славные трудовые подвиги Марият Черкесовой стали достоянием и гордостью нашей республики. И сегодня, когда ее провожали в последний путь, покачивали ветками цветущие деревья, обещая богатый урожай. Ими славится эта земля, каждая пядь которой обхожена беспокойной труженицей. От имени Хабесского района я от себя лично хочу принести роду Черкесовых соболезнования в связи с утратой легендарного человека, одного из самых дорогих нашему народу, который проявил себя в труде, в человечности, в своей воспитанности и был примером для многих-многих поколений. Истории наши мудрые джигуаго слагали песнь героям. Остались в память о славной дочери нашей республики стихи русского поэта Андреева. «Твой путь борьбы был труден, славен, тебе я славу воздаю». Зарема Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.